Сейчас покажу вам мандаринчики. Вот такое деревце. Мандарин здесь было очень много. Все было со всех сторон просто усыпано мандаринками. Сейчас осталось немножко только внутри и сверху. Ну как немножко? Я думаю, нам еще недели на 2-3 хватит. А потом они начнут опадать, если их сейчас вовремя не скушать. Они такие красивые, такие золотые. Вот, смотрите, просто обалдеть. А вкусные какие. Я сейчас буду рвать их с внутренней части. Смотрите, внутри там еще, видите, еще есть плоды. Такой вот урожай. Сейчас покажу вам, как я их рву. Залезаю на дерево. Такая есть лазейка внутри дерева. Смотрите, какая здесь красота изнутри. Там снаружи за забором обычно люди обрывают с той стороны. Ну а то, что внутри, это все достается нам. Сейчас мне придется залезть на дерево, чтобы туда достать сверху. Здесь внизу обычно свекровь обрывает. И это тут удобнее. Наверх она уже, конечно, не полезет. Муж обычно лезет наверх при помощи лесенки. А я могу просто так забраться. Смотрите, какие тут веточки раскидистые. В принципе, несложно. Так, сейчас я наверху. Смотрите, какие красоты здесь. Буду собирать урожай. Это, кстати, сухие веточки маракуйи. Здесь маракуйя росла, заплела. Весь мандарин пришлось ее срубить, потому что из-за нее падали плоды мандаринок. Смотрите, красота какая. А сладкие какие, ароматные вообще. Я уже себе кулечек насобирала. Небольшой, на несколько дней. Вообще, всем, кто на Кипр приезжает, советую попробовать мандарины местные. Они разного сорта бывают, но вот именно эти просто обалденные. Спасибо за просмотр. Всем пока!